Сегодня в Госсовете Республики состоялось заседание Координационного совета по делам соотечественников при президенте Татарстана. Речь, в частности, шла о разработке программы по поддержке соотечественников за рубежом на ближайшие 2 года в области культуры, образования и бизнеса. Задача непростая, поскольку требует и финансовых расходов, требует нормативно-правовых документов принятия республикой. И я думаю, что мы в марте месяце текущего года, во всяком случае, такую задачу ставим, в первом чтении эту программу рассмотреть. Вообще задача в первом полугодии этого года утвердить бы эту программу или указом президента, или постановлением правительства республики, обязывающей всех ее участников выполнять этот нормативный документ.